в любви и согласии, в болезни и в здравии, душа в душу. Вот так 70 лет живут вместе Сергей Васильевич и Надежда Григорьевна Еремченко. С юбилеем совместной жизни их поздравила Надежда Мишкевич. Любовь с первого взгляда и на всю жизнь. Об этом мечтает каждый. А вот могилевчанам Сергею Васильевичу и Надежде Григорьевне Еремченко это удалось. Они вместе уже 70 лет. И в Могилевском городском дворце гражданских обрядов такую пару чествуют впервые. Звучит марш Мендельсона, и они еле сдерживают эмоции, волнуются, словно молодожены. Ведь 70 лет назад все было по-другому. Тогда в ЗАГСе у них не было ни гостей, ни фотографа, ни даже колец. Но клятву быть вместе навсегда они честно сдержали. Нашего возраста, поколения, они очень терпимые были. Они были довольны тем, что имели. У нас не было зависти что-то приобрести быстрее, что-то иметь много. Сейчас хочется, ну, многим иметь все и сразу. Ну, я бы молодежи всем посоветовала именно иметь эту черту характера. Прощение и терпение. Юбиляры знают, о чем говорят. Им уже за 90. Вместе преодолели много трудностей. Вырастили троих детей, имеют 5 внуков и 2 правнуков. Именно родные и уговорили эту пару прийти на церемонию. Мы особенно чествуем юбиляров. Но, как правило, это юбиляры серебряные, 25 лет совместной жизни, юбиляры золотые, 50 лет совместной жизни. Но вот благодатные юбиляры, 70 лет со дня регистрации брака, это, конечно, впервые в здании вот нашего ЗАГСа происходит. Сергей и Надежда познакомились в 1945-м, после войны. Ей, машинистке, было 19, ему, младшему сержанту, 23. Теперь уже полковник вспоминает, это была любовь с первого взгляда. Буквально через месяц они поженились. Были ли моменты, когда вашему браку что-то угрожало? Вот когда, знаете, бывает в паре, так вот подумаешь, разведусь с тобой. Были ли такие моменты в вашей жизни? Были. И кто скажет, что не было, не верьте этому. Было. Просто очень хотелось прожить. И уважение друг к другу. Уважение, в первую очередь. Да. Терпение. И любовь мужа. Друзья говорят, в семье Еремченко всегда царят гостеприимство, забота и любовь. Такие с широкой душой люди. И поэтому у них... И друзья постоянно в доме, и на все праздники, вот до сих пор, невзирая на возраст, мы, там собирается до 15 человек. И Надежда Григорьевна готовит стол. 70 лет семейной жизни – это явление очень редкое. Такой свадебный юбилей еще называют благодарным. И вы только посмотрите, сколько благодарности друг другу в глазах у наших молодоженов. Эта церемония стала для семьи Еремченко настоящим праздником. В теплых воспоминаниях останется роспись в юбилейном свидетельстве, свадебный поцелуй и трогательный танец под песню «Эхо любви». Секрет семейного счастья этой пары простой – взаимное уважение, бесконечное терпение и умение прощать. Смотрим только на меня.